И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и мы немного поиграем в LF 4D 2, The Passing, конечно же. Сегодня я буду играть с настройкой Insecure. Ну, короче, кто не знает, это админка, да. Так, ладно, заходим в компанию. Вообще, если не хотел играть за зараженных, ладно. Поиграем, в общем. Так, создаем собственную компанию. Да, собственную. Так, значит, смотрите. Создаем... Давайте компания там, я не знаю, какая будет. Давайте, например... Пусть будет... Нет, милосердию. Давайте... Ладно, средняя пусть будет. Так, хоть нет. Давайте, что там? Легко пусть будет, ладно. Кто может заходить? Публичная игра ставим, а здесь ставим локальный сервер. Так. Ну, просто кто не знает, ну, потому что вдруг кто не знает, я не знаю, ну, нет. Так. Дальше. Выбираем персонажа. Ну, тут как бы все равно, кого выбрать. Например, Форенсис будет. Так. Начинается все с апартаментов. Ну, в общем, это не самое главное. Можно выбрать любую карту, потому что, как бы... Я сейчас админкой перезайду за команду зомби и буду уже убивать нашу команду, ну, нашу четверку, то есть наших главных игроков. Так, сейчас у меня загружается карта. Я это смонтировать, конечно, не буду. Ну, пусть покачается, чтобы так реалистично было, что я там, типа, ну, бас, у меня не все так быстро закачивается, и я не такой уж крутой. В общем, смотрите. Сейчас у меня закачается карта, я сразу прописываю себе админа, ставлю себе, ну, короче, все, что надо, жду людей, которые зайдут на этот сервер, который я создал, и тогда уже сыграем. Прикол в чем? То, что мы поиграем за зараженных вообще. Мы поиграем в сражение на локальном сервере компании. То есть это не настоящее сражение будет, и поэтому... Это будет много интереснее. Так, прописываем себе админа, нажимаем вот эту штуку. Да, в общем, смотрите. Повторяю, здесь, значит, в админке можно посмотреть что-то, что есть интересного. На метро можно добраться прямо до госпиталя Милосердия. Ладно, это пока что нам не нужно. Лучше убраться с улицы. Так, нажимаем сюда. Начнем. И выбираем менять команду. Меняем команду админ на команду infected, извините, да. Так, дальше нажимаем сюда, нажимаем меню создания, нажимаем создать зараженных. Дальше переходим вот такой вот режим. Извиняюсь, конечно, шар какой-то, но, видимо, так и должно быть. Я хреново знает. Но всегда такой был. Ну, на некоторых картах этого нет. Итак, чтобы быстро вам все это показать, вот наши боты будут инфекты. Например, давайте мы спавним, например, нашего громила. Например, за громила уже. Вот наши зараженные. Можно даже здесь посмотреть. Да, мы ранили нашего игрока. Я заряжаю. Ну, что-то там происходит. То есть я просто буду играть за зараженных. Вот и все. Так. Например, вот. Ой, здесь. А, да, правильно. А, ну я же не уберешь. Нет, у нас так. Еще мы можем создать свои... Нет, не можем. Пока что нет. Да, мы можем создавать еще каких-то других зараженных, как помощь. Так, все. Давайте создадим им толпу зомби. Толпу зомби, да? Так, и давайте я стану кем-нибудь покруче, давайте я буду клинчиком. Охотника лучше не выбирать, потому что... Сделал неправильно. Так, ладно. Да, они там достали сидеть. Давайте мы туда загоним поливальчик. Мне кажется, поливальчик надо... Бабочка. Что-то да, вот, мы видим наших зараженных. А, они прошли дальше. Так, ждем. Я пока что респавниться не буду, потому что у меня еще есть, то есть, шанс как-то что-то сделать.
Твою. Ладно, не попал, не попал. Ладно. Они какие-то полураненые, и... как бы... интерес в том, то, что я могу играть там за каких-то этих. Ладно. Например, вот. Мы ставим там... Далее. Ой. Так, да, все и нормально получилось как бы. Не надо их особо мучить, чтобы они там вообще битвы. Нет. Это не круто. Полагаем, ладно. Так, ну давай. Хорошо, да? Почти. Так. Мы можем создать сразу трех. Мы можем сами стать. Мы можем себе друзей. Два надо было врага. Можем своих союзников делать. Так, также можно добавить еще выживших, но это не для сегодняшнего. Долго не учится. Что дальше? Ну, вообще не пойду. Перезаряжаю! Куда надо? Ну я хрен его знает, слушай. Так, кого мы еще не делали? Мы не становились кем? Мы не становились жокеем. Мы становились жокеем. Да. У меня как бы получилось, да. Ну у них тоже свои. Нет. Да. Вот сейчас надо как бы... Помогите мне! Лучше бы они напали на меня! Или они сейчас закроют дверь, или... я не знаю. Враг наступает. Давай, 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 давай. Отличная работа. Ну, давай, закрой. Давай, давай, давай. Все. Дьявол! Ну да, чуть-чуть не так, как я это ожидал. Я хотел еще кого-нибудь убить, кроме Фрэнсиса. Но так как мы играем на простой сложности, точнее на легкой, и я хочу дойти до конца, то есть, чтобы эти боты и люди, которые сюда присоединяются, чтобы они дошли до конца. Но я буду играть за инфекцию саму, да. Так, вот самый прикол вот в чем, то, что давать им все-таки победить и научиться все-таки играть самими зараженными. Именно в таком режиме админа. Вот самое интересное. То, что есть. То есть я не просто так играю, даю там выиграть им, там что-то такое. Я и вот именно у меня тактика такая. Так. О, вот. Так. Значит, чё? Значит, я вот так вот делаю всё. А, я не могу, да. Или могу? Я могу. А, не. Красные ветки, мы доберемся до госпиталя. Да, вряд ли. Мне нужна помощь.
Ну, если помогут, то... Нет, они ему не помогут. Помогите! Царица небесная! Так, я отлично могу его забить. Ребята, помогите! Как-то на... Он даже, смотрите, уже не стреляет в меня. Да, все, он его выбил. Надо догонять наших друзей, которых три осталось. Да. Я поближе там респавнился, ладно. Интересно. Так, тихо. Да. Я вам еще говорю, я не просто так хочу. Я хочу, чтобы они победили. И я дам им победить. Да. Так, ну я стану там. Я им чуть-чуть только не даю победить. Ну ладно, давайте им дадим. Держись, кто не поможет. Давайте создадим им здоровье. Так, аптечка. Спасибо. Немного там таблеток есть. Так, здесь у нас есть адреналин. Я твой должник. Так, чуть-чуть адреналинов. Ладно, пусть они там наберут, все потыкают, что-то сделают. Ну все-таки я им там попортил там все. Меня уже убили. Я могу давать оружие, я полный админ здесь. Так, да, я им дал всем таблетки, то есть у них есть все таблетки, да. Так, давайте я буду плевальщиком, я плевальщик не умею играть. Да, мне так казалось. Все круто. Все просто идеально, ребят. Что за чокнутые зомби? Так. Давайте курильщик. Я все что-то бил, бля. Ладно, я им не даю как бы пройти. Ладно, пусть они пройдут чуть-чуть. Игру-то, блядь. Ну давай, ладно. Так. Окей. Так, что у нас дальше? Держи. Так. Блин, извиняюсь, так. Вот. Значит, смотрите, что у нас. Прикройте сзади. Уберите от меня! Ладно. Включите фонари. Нормально все. Все, я. Возьми. Он стал. Ладно. Вряд ли он будет играть, потому что. Ну ладно. Кого? Никого. Не получилось. Ладно. Так. Ладно. Типа чё надо делать? Ты твою мать. Ладно. Давайте. Курилы, помогайте. Нифига. Там один сос. Начитерим там что-нибудь такое. Что-нибудь хорошенькое такое. Все, у нас так. Значит, есть. Давайте мага. Никаких проектов. Может, кому-то это пригодится, я не знаю.
блин. Уберите! Уберите его от меня! Ну пока что, давай, или давай. Почему тут все, что я им даю, они не берут? Не, это как-то неправильно. Они же играют по моим правилам. Так что пусть играют по моим правилам. Так. Че, не стоят-то, блин? Эй. Че? Люди. А где они вообще? Здесь, да. Держись! Я уже иду! Все, так. Не бойся, я будет. У меня проблемы! Меня помогите! Громила! Круто, не правда ли, да? Тебе плохо? Большая часть этой крови не моя. Я здесь. Спасибо. Курить! Осторожно! Они не знают то, что я играю за зараженных. Они не знают то, что я здесь еще есть. Они не могут. Фрэнсис! Нет! Фрэнсис! Все их там надо. Все. Господи Иисусе, я же свой! Почти, ладно. Что там взяли они, нет? Нет, они не взяли. Они не взяли аптечку. Осторожнее! Представляете, ребята, они не взяли аптечку. И это... Я не знаю, как это было. Нам нужно внутрь! Ладно. Помогите! Помогите! Уберите его! Вот это вот сейчас интересный момент будет, конечно. Блин. Так, Лен, извините. Так, сейчас. Помогите, пожалуйста! Ах, ты, блин. Ладно. Че, я не могу его ударить, да? Я не могу его ударить. Я залагал. Лен. Я что, давай. Мне нужна помощь! Под проклятием! Тихо, давай, чуть-чуть осталось. Проблемы! Иначе ты протянешь ноги от любви. Я постараюсь помочь тебе, но ты просто на волосок от смерти. Надо бы найти для себя аптечку. Иначе ты протянешь ноги от любой следующей смерти. Давай! Почти! А, все, ладно.
А, его убили, да, Представляете, ребят, убили все-таки Билла и Фрэнсиса. Опять, то есть осталось всех двое, те именно, которые играли. Очень интересно, если честно, ребят. Очень интересно играть в такой режим, где вас не видно. Вообще не видно то, что вы вообще в игре, там ноль игроков. Потому что игроки считаются те, кто выжившие. А я как бы в игре, но не пишет то, что я в игре. Потому что это и не сражение, и ничего. В общем, как-то так. А, да, и Фрэнсиса нельзя брать, потому что я типа за него играю. По-другому объяснить это нельзя, да. Так, ладно, давайте их... Ну, чуть попроще давайте их мочить. Ну, ладно. Сейчас попробуем. Значит, опять этот. Мы включаем, например, давайте. Я через эту штуку не могу брать, да? Илья, а чё он подключился? А, да, он может уже к этому. Ладно. Включиться. Ладно. Ладненько. Прямо в яблочко. Чё, я попал? Нет, не попал. Аж странно как-то, ребят. Очень странно, если честно, ребят. Ладно, все норм, давайте им таблетки им дадим. Не таблетки, а давайте им дадим. Ну что, им интересненько такое. Взяли. Им, наверное, пригодится. Мне кажется, в игре им это достаточно пригодится. Фрэнсиса мочит, смотрите как. Прикольно. Чё, пусть он берёт? Берите. Вам пригодится. Воротится. Ладно. Мочись. Помогите мне! Так, ладно. Окей. Так, что здесь дальше? Так, этот раненый, этого... Ладно, это так. Это так. Так, ладно. Окей, давайте. Ах ты, блин. Ты попал. Ну, бывает, ладно, бывает. Да. Ладно. Так, что дальше? Здесь лифту. А, лифт у них уже, да? Типа лифт, да? А, я должен захватить что-то было, чтобы нажать. Понятно, ребятки. Вон они! Так, окей. Так. Ребятки, а у вас... А, ну смотрите, я... Даже если я нажму гитару, да? Ах ты, блин! Ну ладно. Чем-то мне тоже это повезло, а чем-то нет. Значит, смотрите, вот так. Блин. А, уже... Нет, один вырубил. Помогите! Фрэнсис подключить, да? Помогите мне! И давайте его бить, давай. Помогите мне! Ведьма номер два. И ведьма номер три. Мне нужна помощь! Черт, меня ранило! У меня проблемы! У меня тут проблемы! Надеюсь, я не сильно... Все в порядке. Я помогу. Да, птичка здесь не мешает. Ага, смотрите, как... Большое спасибо! Это уже не смешно! Перезаряжаю! Помощь! Перезаряжаю! Помогите мне! Я скурю или не скурю? Помогите! Я не скурю. Помогите мне! Я не смог. Ладно. Хватит по мне стрелять! А, типа, там, ладно. Как же это сделать? Фрэнсис там замочит, так, этого тоже замочит. Ладно, пока что ладно. Мне нужна помощь! Давайте им поможем. Я на такой... Да блин, достали, ладно. Давай, убиваем себя и добавим чего-нибудь.
один. Ребят, народ. На, бери. Нет, не взяла. А, все, все. Давайте возродим кого-нибудь, ребят. А то что-то неинтересно становится. Давайте респавним ниже, давайте респавним ниже. Давайте респавним. Пусть там лежит. Как Илья. Надо. Смотри, куда стреляешь. Ну, пусть поможет там, я не знаю. Потому что вряд ли. Все-таки надо помогать им, потому что они... Понимаете, да. И... Давайте на патронах давайте им дадим снайперскую. Так, ну давайте одну снайперкой планируем. Так. Так, окей. Так, продолжаем дальше. Так. Перезаряжаю! Значит, что здесь такое? Значит, получить оружие здесь, значит, давайте дадим им одну пилу. Здесь будут патроны, коробка с лазерами. Здесь полно оружия! И такие вот штуки. Так, окей. Пока что, я так думаю, им хватит. Потому что все, что я там дал, для двух игроков это было достаточно. Так. А что, там есть это? Давайте блин. Так, а что? Кого блин? Так. Что, возьмите. Типа, возьмите. А, типа, что? Как? Боеприпасы. О, сейчас будет интересно, посмотрите. Только посмотрите, что сейчас будет. Не, сейчас будет очень интересно. Так. Ладно, это мы дали. Так. Зои, тебе нужно полечить. Окей. Так, давайте теперь их дальше мочить, потому что их мочить надо. Надо их мочить, их стало довольно-таки дофига, и теперь их надо мочить, да. Это точно понятно. Меня ранило. Убейте его! Убейте! Зои, вставай, идем! Почти. Подождите, надо полечиться. Ладно. Постой, ко мне надо тебя полечить. За ними.
Так, а тут все. Там вполне еще задница какой-то. Ладно. Нафиг ему форт спавнил. Он спалился то, что он ставил двери. Все. Интересно. Ах ты, блин. Так, ладно. Окей, окей. Уберите! Уберите! Уберите его от меня! О! Ладно. Ладно, ладно. Так. Так, ладно. Так. Где тут этот? О, они вы... Нет. Выйти не должен. Вот он. Почему он там бегает, я просто еще не понимаю. Да, он здесь. Давайте мы его сгромилим тогда. Ладно. Потому что нафиг. Этот Вадим. Он тупой какой-то, и он... Есть что-нибудь? Помогите, что ли? Меня раздави! Помогите! Мне здесь нужна помощь! Народ, мне нужна помощь! Так, медленно что-то нужно. А чё он? Есть кто-нибудь? Помогите! Кто-нибудь слышит? Проклятие! Так, ладно. Пока что ладно, все. Так. Мне нужна помощь! Сейчас... Вытащите меня отсюда! Помогите! Черт, я застрял! Помощь не помешала бы! Ау! На помощь! Вытащите меня отсюда! Помогите! Если не сложно, помогите мне выбраться! А у меня проблемы! Куда вы свалили? Если будет время, помогите мне выбраться! Если не сложно, ребятки, я вернулся, да, это шел так. Может, в ближайшее место к выжившим, да. Осталось два выживших всего. Этот Вадим ушел, да. Я немного там. Да. Я все вроде нормально сделал. Так. Ой, нет. Ладно. А типа че? Я не смогу ничего сделать. Ладно. Давайте. Их то есть осталось двое. Тут есть аптечка! Давайте. Быстрее, быстрее, все внутрь! О, сейчас пипец какой будет, смотрите как. Это просто будет. Это будет пипец. Не, наверное, вряд ли уже успею, ладно. Нам нужно внутрь! Так. Как еще? Так. Всем быстро внутрь! О, господи! Так, нет, я не успел. Ладно. Пока что все нормально. То есть я дал им победить. Да, Фрэнсиса и Билла убили. И осталось только два игрока. Но! Это, я бы сказал, это не конец. Ну да, я бы сказал, что это конец. Нет, не конец. Потому что там еще будет несколько уровней. Да. Которые будет интересно посмотреть, там, ну, поиграть, да. Так, ладно, карта пока грузится. Так, вот загрузилась карта, да. Вот, осталось две карты, где-то на, может, 10. Ладно. А, ну да, форспавнер надо. Им это нафиг все убрать. Потому что им это все. Так. Я перезаряжаю. Так, зараженных давайте добавим сюда. А, типа все, он, или один остался, да? Нет, видать, да? Или, перезаряжаю. Или нет. Я не знаю. Госпиталем тут и не пахнет. Бывало воняло и так. Хуже. Окей. Перезаряжаю. Так. Ой, извиняюсь. Так. Давайте дадим им. Так. Где он? Я не понял. Вот. Где он? А, типа они сюда ушли, да? Так. Дать им давайте дадим им три аптечки. Давайте им дадим. Окей. Так. Давай заражу. Да. Че, не стреляют, да? Да. Так.
ты че ж меня убил? Давай, сынок, соберись и пошли. Уберите! Уберите! Да уж, ребята. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Ладно, кто у нас там по плану дальше? Здесь полно оружия! Эй, возьми-ка вот это. А я не помню. Так. Что-то слишком они как-то сразу его убили, ладно? Так, я ладно. Знаю, что нам надо идти, но мне окей, нужно окей. Выйти. Так, ребятки, значит, чё? Вон они! Значит, чё? Так, значит, чё? Значит, что? Нам нужно зайти, нет, сюда надо зайти, да, вот нет. Тогда вот сюда, наш... А, цепами, да. Идеально так сделано. Так, ладно. Окей. О, труси. Перезаряжаю! Не замечал. Перезаряжаю! Ладно. Давайте. Танк. Перезаряжаю. Как бы нормально, да. Подлечиться! Гангей! Все блин! Помогите! Все, они там поехали, да? Да, они все поехали на лифте, да? Похоже, что у нас иммунитет, но если я начну превращаться, обещай меня пристрелить. А если повернется только твоя борода, тогда мне стрелять? Где они вообще должны быть? Они едут, медленно едут. Тебе нужно подлечиться. Так, а чё, где они должны быть? Где они должны спавниться-то? Я так и не понял-то. Прикройте меня. Где они спавнятся, я не понял. Здесь, что ли, где-то? А, здесь, да. Да, здесь. И здесь уже их будет ждать танк. Будет ждать танк. У меня тут проблемы! Я спасу тебя, не волнуйся. Ты не умрешь. Давай, поднимайся. Спасибо, я твой должник. Прекрати огонь! Не правда ли? Плевательница! А, где я, блин? Где я? Почему я там непонятно где спавнился вообще? Мне совсем не нравится. Так. Значит, чё, у них нифига нету, им нужно что? Так, ну ладно, осталось где-то 10 минут. Так, где у нас? Блин, где они? Мы сможем попасть на крышу. Где? Где у нас эта штука? Твою мать, это где она? А, вот она, да. Давайте, делаем, значит, им здесь оружие. Давайте дадим им адреналинчика, дефибрилляторов. Так, пока что это все то, что я им хотел дать. Да я им не дал лазеров, каких-то разрывных патронов, но сейчас будет крыша, и там будет, ну, немножко сложно, и давайте пусть они сами пройдут эту штуку, ладно, так назову ее. То есть я особо там не буду их там как-то делать так, чтобы им было очень сложно. Нет, я не буду этого делать, потому что это как-то не круто. И поэтому я просто сделаю для них вот простой уровень. Такой бонус для них, потому что... Нет. Хотя да. Я буду над ними сейчас... Просто буду... Осторожно! Вы не поверите. Сейчас будет что-то такое вообще. Черт, а интересно, а чем я могу их так...
вообще ударить? Подожди там! Они вообще иди и вообще. Ай, ах ты твою мать! Ответьте по радио, если вы меня слышите. Зои, тебе нужно полечиться. Так, значит, чё? Мы им давайте создадим нормальные, то есть, условия для вообще выживания. Давайте создадим дифы, давайте сейф будет. Нет, я им буду где-нибудь давать. Кольцо-нибудь. Послой, у меня кое-что для тебя есть. Так, ладно, пока что все. Все, что я им хотел дать. Так, нет, я им взрывчатый еще дам пару молотов. Так, значит, здесь я дам салюты. И здесь немного бензин. Ладно. Я же сказал, готов. Ну, чтобы поинтереснее. Прикройте меня. Так, здесь, значит, баллон пропановый им не буду давать. Погни. Давайте гранатомет один дадим. Так. Ладно. Помощь идет! До сих пор не верится! Ладно. Но возможно, мы таки отсюда выберемся! Так, что я ему еще могу дать? Нет. Дам им ручный выбор. Лом, бита, бита для крикета, катана, топор, нож. Заметьте, нож. Нож, он керамбит. Вот. Здесь аптечка? Извиняюсь, что так видно, но это керамбит, это серьезный керамбит. Граната! Его можно увидеть, да. Вот, вот он, этот керамбит. Так. Дальше. Значит, что? Мы их там добавляем. Давайте добавляем ему их пару пил. Осталось совсем чуть-чуть, минут 5. Так, окей. Сейчас. Так. Значит, что? Мы сюда добавляем... Ну, давайте, пусть будет... Три бензопилы. Значит, дальше. Дальше, здесь. Что сделать? Так. Здесь будет какие-нибудь патроны. Да. 4-5. Эй, на помощь! Враги! И получить оружие. Давайте им дадим. Спасибо. Пока что все. Я им и так уже дофига дал. Им должно хватить. Всего того, чего я им дал. Один грим не лечит, почему-то. Даже не берет бедный. Странно, я не знаю. Очень странно. Не, он почему-то не лечится, он не хочет лечиться. Это как-то странно, это серьезно как-то странно. Да, они использовали мой салют. Сейчас им кину здесь пару. Так, остался один Илья, да? Что, он лечится, нет? Так, есть турель. Значит, от того собака. А что он решил делать? Я ранен! Кто-нибудь! Так, а что он решил делать? Это только контузия. Давай, поднимайся. Кто-нибудь помогите! Так, а где у нас этот Фрейси? Давай почти. Я даже им Фрэнсиса. Я лучше Фрэнсиса дам, потому что
Беру там. Скажем, я вообще всё. Ну, чем поможет Фрэнсис. Я еще могу ботов им сделать, как я говорил. Но это не в этой части, в следующей части, точнее. Ну да, в следующей части, да, обязательно будет. Почему-то так у нас здесь есть дефибриллятор, зачем, не знаю. Ладно, значит, здесь у нас было много этих адреналинов, они куда-то пропали. Я не знаю, куда, и они пропали. А, нет, здесь просто аптечки. Были таблетки, таблетки здесь, да, и остались. Одна таблетка, да? Одни таблетки. Одна коробка таблетка. Так, остался вот... Ладно, вот осталось чуть-чуть. Так, здесь у нас разбросаны тоже аптечки, какие-то там вещи. Так. Ну, сейчас я просто хочу немного поиздеваться над ними, ладно? Чтобы они там... Мне казалось, это все типа... Все будет ненормально. Вы не поверите. Это совсем недолго. Уходим! Уберите! Уберите его от меня! Нет, его, смотрите, его сделали. Значит, все выжившие выжили. Смотрите, они все прошли игру. Да. Я как их не пытался, там как-то им все-таки помогал, как-то все-таки что-то делал. Ну да, они все-таки победили, они смогли победить. И это, ну, круто, мне понравилась эта вот сама игра. Мне понравилось вот это вот, то, что сейчас произошло. Это было очень интересно, да, или я ушел куда-то, мочил остался. Ну ладно, все, выжившие спаслись, и, в общем, вот так вот заканчивается наша штука, наша игра No Mercy за зомби. Мы, еще раз напоминаю, что мы играли за зомби, и 44 минуты мы все поиграли. Давайте пропустим это, потому что не хочу на это смотреть. Да, все, это было... Давайте покинем это лобби. Это было... Просто, это было... Ну... Моя тактика была только помочь, понимаешь, им. Помочь, чтобы они все-таки, им было интересно как-то проходить. Но я им еще там, ну, делал не круто, ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Noobass Company. И пишите комментарии под видео, добавляйтесь ко мне ВКонтакте. vk.com, Алекс Сучков 2001. Принимаю всех подписчиков, никого не оставляю и сам не... И меня не кидайте, пожалуйста, подписчики. В общем, всем удачи и всем пока.